О, эта хуйня вообще работает? Алло, надеюсь, работает, потому что если я запишу это видео и там не будет звука, то я просто, блядь, просто разорву свой компьютер херам, и это будет очень обидно. Ну, я надеюсь, она работает, так что здорово всем. Кстати, давненько мне не было, наверное, ролика 4-5, я не помню уже на самом деле, но он достаточно давно, и как я успел заметить, писали некоторые комментарии. Да, кстати, на моем канале, видать, похоже, появилось комьюнити даже америкосов, что очень круто. Так что, hi there, how are you guys? Так вот, о чем я. Появилась группа людей, которым нравится, похоже, смотреть ролики именно с комментариями. То есть мне написали под роликами, под некоторыми, под двумя, по-моему, что типа, мол, нам не интересно, ну, мне не интересно, да, будем брать единичное число. Мне не интересно смотреть этот ролик, типа, потому что в нем нет твоих комментариев. И это как-то очень даже круто, мне как бы очень приятно, спасибо вам, ребят, действительно, то есть труд, ну, людям нравится мой труд, и как бы без какой-то части этого труда, да, им уже как бы, ну, не заходит. Ну, как я посмотрю, вроде оно собирает как бы мнение, то есть всякие комментарии, особенно пиндосы, боже, я просто не ожидал, что пиндосы будут заходить и смотреть мои ролики, но это как бы говорит о чем-то, да? Ну что ж, я, короче, промонтировал эту хуйню в Вегасе и сразу предупреждаю, какая она есть, какое это видео есть, где она обрезается, там она обрезается в оригинале. То есть я ничего не делал, я их просто соединил и убрал значки канала, основные значки, да, я не буду говорить о тех, которые остались, но я просто узнал основные значки канала, чтобы меня не забанили за авторское право. Вот, все. То есть, а так я его просто соединил, больше ничего я с ним не делал. Так что, если где-то обрывается, там оно обрывается в оригинале. И почему оно так громко, мать его, работает? Блин, там столько таких моментов было на прошлых роликах, блин, когда челы в начале осады падают на колени, или как грауги спавнятся у нас на спавне. Блин, столько, столько моментов было, которые хотел бы с вами обсудить, но, блин, микро, тупо. Я его не знаю, я его скорее не спаял, я его, блядь, магмой припечатал, чтобы оно как-то работало. Блин, тут реально, тут все тупо в мясо сквашено, спайкой вообще. Проводки. Я ж не мастер, как бы, да? Но, надеюсь, оно будет работать. Какое-то время хотя бы, чтобы купить новый. Вы бы видели это мясо просто засквашенное. Блин, ну короче, по старинке, это просто, это геймплей, тут, по-моему, будет крепость, но она даже до конца не дойдет. Тут каждое видео под... В оригинале три видео, трехминутное, пятиминутное и восьмиминутное. То есть, вроде так. Ну там половины, блядь, минут, короче, это вставки типа канала. Так что я их убрал, короче, да и все. Так, ну и чё тут? Siege Beast Barrage Draw Tushka Torborn by mounting his Siege Beast and killing his war. Disable Iron Gates. Ну, короче, отключает железные ворота, которые типа нельзя сломать. Ну, может, нельзя действительно их сломать. Нужно, короче, залезть на Грауга с катапульта и, короче, убивать на нем бомжей. В общем, все по старинке. Боже, какой урод. Шлем, конечно, вообще блядский. Кто вообще такие модельки придумал? Хотя это, по-моему, было тоже в первой части. Я точно помню, что этот шлем был точно такой же в первой части. Ну, а чё тупим, будем? А, во. Я думал, он не начнет. Turn them against him. Kill him, Римбок. Что он тут забыл? Он просто стоит. Ну, типа, понятно, что это силуэт, да, но... Я не знаю. Mount the Siege Beast without raising the alarm. Ну, короче, понятно. Без тревоги. Все по старинке. Паркур. А ускоряться мы будем? Нет? Ну, давай залезем так. Обидно, конечно.
У меня был ролик вот недавно, или Triple, или Double, по-моему, Double Assault, Citadel Assault, там, короче, чел тупо клеймил всех вообще, я охуевал. И, кстати, там были такие моменты, что, то есть, уроки сами вставали, то есть, как они от блидауда вставали сами. Или продлевались у них блидауты, или они сами из них вставали. То есть, там тоже моменты такие были вообще непонятные, я хотел что-то крикнуть вообще, а смысла не было. Микро, блядь, топился нахуй. Не, ну по большей части он сломался, там как бы кофейку немного попало, но все равно. Ну и все. Время крошить, короче. Они ваншотятся вообще, все эти арбалетчики. Они ж бомжи, у них хп нету, их для этого и засунули наверх, чтобы они стреляли. Хоть какую-то пользу приносили вообще обществу уруков. Чё, как ты тут оказался, блядь? Там никого нет. А, эмбуш, да? Да, ну, засад. Ну, это спав... он там спавнился, короче. Всё бывает, всё бывает. Все бывает в этом мире, 25 уровень сейчас пойдет нахер, потому что против Грауга особо ты не выскочишь 25-м. Зачем ты с него слез? Мог бы просто прикончить на нем. А, он его заклеймит с парнем? Вот просто вообще. Тебя может и не заклеймит. I kill you next time, you filth. Не получится у тебя сбежать, даже не думай. Ну зачем его клеймить? Он же реально бомжара, просто бесполезный. Нет, ну... Нет, please. Please, shame. Shame, please. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Ну, конечно. Of course. Бля, реально, пиздец. Ну и зачем его клеймить? Вы просто посмотрите на него, какой он хуесос. Какой он урод, просто. Ну зубы, конечно, топовые, да, согласен. Зубы придают ему определенного шарма, но... Но певец, вот эти уши, типа... Весь в крови, блин. Ну нет, 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 нет. Ни при каких обстоятельствах нельзя было этого делать. Сейчас будет, короче, типа конец... Это уже конец видео второго, и сейчас начнется последнее видео, вот. Вот это последнее, по-моему. Нет, стоп, это, наверное, второй, их же там три должно быть. Самое удивительное, что 12 минут монтировалось 13 минут, то есть одна минута разницы. Вообще охуенно. Я не понимаю, как это сработало. Да хватит таранить стену, бей этих бомжей. Это автограух, он просто наводится, блядь, на стенку. Бывает. Там на стене арбалетчик. Тролля рожденный. Вармонгер Ассасин. Если б не меч и не шлем, я бы его заклеймил. Меч у него дебильный просто. Ну где такой виден? Ну смотрите, какой он ребристый, блядь. Это разве меч? Так, ну здесь, короче... Убейте 5 врагов, используя... А, ваншотом из катапульты. Но нет, не получится, потому что катапульта сломалась. Эх, ладно. Карагор здесь делает. Нахер пошел. Они по-прежнему летают от Грауга. Им по-прежнему нет шансов просто против Грауга. Хотя в первой части они вот так прикольно анимациями загрызали. Ну типа, ты кто? Dark Assassin? The Shadow? Что ты забыл здесь, Олег? А, ну да, это я ж в вражеской крепости бегаю. Действительно, что я здесь забыл? 25-й. Не, ну он вроде выглядит солидно, такой типа раскрашенный. Хоть и на гоблина больше смахивает, ну, но все равно. Да блин, они такие бомжи все вообще. Какого хера? Игра вообще нет. Ну стой же, ну ёб твою. Вот это, вот на гра... Блин, он не может с разгону типа атаковать, напрыгнуть на него.
Что за странная анимация? Они, надеюсь, они их должны пофиксить, потому что догоняешь Урука, а потом Граук останавливается и бьет об землю. Эксекьюшн тебе зачем? Тресни его неплохо, там хп, блядь, отбавится, пиздец. Ну что ты делаешь? Тресни его эксекьюшеном на Грауге. Блядь, блядь, какие имбецилы просто. Боже, вот опять у меня нервные связки будут, блядь, просто обрываться, часть моей жизни будет обрываться на этих видео по Shadow of War просто. Убейте трех врагов, пока вы прокляты. Increase chance for a critical hit. Ну и увеличивает шанс, пока ты проклят, на крит удары. Вообще бесполезно. Вообще бесполезная броня в основном только нужна для повышения хп. Ну и все, что она делает, это 21% шанс, что critical hit навешает яд. Не-не-не-не-не, бесполезная хуйня, можно ее продавать смело вообще. Или что ты с ней хочешь сделать, там, продать, разобрать, просто пускай лежит. Не, она бесполезная, как таковая броня вообще. Кому нужен этот critical hit вообще? Нахуй он просто сдался. Это, по-моему, на Xbox. На Xbox One X все снимается, так что неудивительно, блядь, что оно проседает. Хотя это новая, новейшая консоль, которая должна была трахнуть PS4 Pro, и в итоге, блядь, ничего не получилось. Хотя мощности там в два раза больше. То есть там в Xbox One X 10 терафлопс, а в PS4 всего, ну, я имею в виду Pro, всего 4,2. И в итоге, блядь, Xbox все равно умудрился всосать. Просто... Ну да, ты занят, ты Урук, и... Вот как? Вот ассасины, я понял. Смотрите, просто ассасины конченые, они прыгают, блин. Но я не понимаю, почему скап... От скака такие эффекты были, типа, будто он, ну... Знаете, будто он быстрее ветра бежит. То есть, типа, такие эффекты сзади, будто расплывается все. Блин. Видимо, из-за того, что он некромансер, или, типа, мертвый, от него, типа, такая хуйня была. Хватит, блин, а блокировать тебя не учили? И почему у тебя только 2 стрелы? А, 12 стрел. Мне показалось просто. Мне кажется, или этот Граук сражается лучше, чем тот, которого мы призываем? Вот это... Я же говорю, просто из-за того, что он... А, вот, и конец видео. Я говорю, конец видео... Такой в оригинале. Ну, если у вас будут какие-то проблемы, я могу залить оригинал. Сами посмотрите. То есть, там ничего не изменится. Кстати, пока меня не было... Я понял, зачем нужна пятая ячейка. В пятой ячейке арбалетчики, то есть там огненные, потом идут ядовитые, еще какие-то арбалетчики. То есть там ячейка арбалетчиков. Ну а в шестой что? Там всего 2 ячейки прокачки. Что там вообще? Наверное, какая-то хуйня, типа там, не знаю, каких-то супер... Наверное, люди типа придут помогать на осаду. Хотя я... Не-не-не. Или Назгул, или люди. Но это очень многого хочу, конечно, но... Что? Там, по-моему, видео оборвется охуенно неожиданно. Там будет тупо черный экран. Я эту хуйню сделал, чтобы видно было, где вообще конец видео. Вот здесь, по-моему, в начале... Вау. Фу. Не, на самом... Блин, стопэ, вау. Literate one. Machine destroyer. Эльф. Блин, я надеюсь, они... Вы тоже согласитесь, что при захвате крепости, когда вот все закончится, ты выбираешь оверлорда, будет выходить не Талион, а оверлорд. И такой, типа, говорит речь. Было бы клево. Как геймплея показывали они, блядь, вот эту хуйню. Когда Талион каждый раз выходит. Ну, может быть, это меняется. Типа, через Немезис, там, заклятые враги. Я хуй знает. Вот, Terror Slayer. Вы просто посмотрите, типа, Bug Bloated. Он вроде, да, урод, согласен. Но вот эта хуйня, ну, типа, блядь, ядовитые пузыри на его лице, они придают ему, вот реально... Ну, такой брутальной внешности. Вы посмотрите, у него часть брони как бы идет такая охуенная, да? Внизу тоже все клево, там броня, вся хуйня. И типа половина это там зараженная. То есть
Вот этому действительно подходит вот эта хуйня. То есть оно как бы сливается с его основной моделькой. Он даже смотрится страшнее, эпичнее так вообще. Вот почему Граук появляется здесь? Это вражеский Граук. Что он здесь делает? Что он? Какого хуя он здесь забыл? Пиздец, блядь, просто я охуеваю от этой логики спавна, блядь, с этой игры. Просто что ты здесь делаешь? Ну, типа, бесплатный Граук, ну, я конечно, спасибо, да, вся хуйня, но все равно. Кто-то вообще попал за... Что такое? О боже. Минус один. Он просто убежит. Граук горит нехило. ХП так отбавляется. I'm burning! О, наши капитаны уже как-то попали. А, он его не убил. Он не смог его убить, то есть, типа, его... Далее он слился, ну, как видно, по уровню, да? И он сказал, типа, ты не смог меня победить раньше, но теперь за мной крепость, поэтому, типа, ты ничего мне не сделаешь. Понятно все, почему он обрезал, чтобы не позориться, но все равно, я твой позор понял, да. Да, от меня ничего не утаишь. Ну, что такое? Кто умирает? Умирай молча. Ой, все, кто-то флаг поставил. Сейчас начнется, блядь. А нет. Че они так атаковали, как ебанутые? Да хватит меня, блядь. Используй фокус и уходи отсюда. Все, хватит. Но он берсерк, все, замочил. Все, конец. Не замочит. Там будет темный экран, по-моему, когда видео закончится, поэтому заебись, можно будет смотреть. Но он не захватит ни крепость, ничего, вот, все. То есть, вот весь геймплей охуенно, правда? Поэтому, ребят, всем снова привет. Да, я вернулся. Да, некоторым из вас это не нравится, некоторым нравится. Особый горячий привет тем, кому это не нравится. Но я не знаю, если уж настолько будет нехуй делать, то я буду заливать тогда ролики с озвучкой и без озвучки. То есть сразу в двух вариантах, чтобы всем было хорошо, да? Так уж уже и быть, похуй, на самом деле. В общем, все, приятного вам просмотра, всего хорошего. И я надеюсь, эта хуйня действительно работает. Надо будет покупать новый микрофон. Все, всем добра.